Привет, это Foodstorm и я Антон Романов. Покажу мини-такос. Эти мини-такос я использую для своего кейтеринга. Очень заразная штука. Гости просто с ума по ним сходят. Для начала запекаем куриную грудку в духовке при 180 градусах 15-20 минут. В зависимости от ее размера и начальной температуры. Готовая грудка должна остыть. Если нарезать горячую, надо сразу ее съедать, иначе из нее испарится весь сок. Пока она остывает, нарезаем мини-тортильи. Также надо найти что-то, в чем будем запекать их, чтобы они держали форму. Убираем тортильи в духовку на 160 градусов на 7 минут. Грудка остыла, дербаним ее на волокна. Мелко нарезаем, пускай она будет рваной, некрасивой, но мелкой. Переходим к заправке. Специи фахитас, специи такос, соль, перец, оливковое масло. Перемешиваем. Пробуем. Должен быть насыщенный мексиканский вкус. Для баланса вкуса нужно что-то свежее. Я использую айсберг. Мелко его шинкую. Вот они, готовые хрустящие тортильи. Барбекю у нас уже на подхвате. Переходим к выкладке. Первым залетает айсберг. Курица не отстает. И барбекю для полного счастья. Облокачиваем друг на дружку, чтобы не падали. А чтобы картина была полной, можно подавать с мохито или каперини. Такое блюдо можно приготовить размером побольше, просто мне нравится, когда на один укус. В будущем я покажу другие вариации тако с авокадо, помидорной сальсой, сыром. Классический тоже очень вкусно. Этот такос более авторский, но он такой съедабельный, что гости дерутся за него. Ребят, сегодня я поделился одним из самых популярных фингерфудов в нашем кейтеринге. Приготовьте его для своих гостей и наблюдайте за этим хаосом. А еще закиньте мне лайк, если считаете, что этот рецепт топчик. И займитесь едой. Это был Foodstorm и я, Антон Романов. Пока!